Однажды в чудесную летнюю пору я из лесу вышел к Мукачево, брат. Когда опустился ярило за гору, навстречу попался мне странный отряд. У них топоры, я решил дровосеки, а я с контрабандою, дача моя. Они говорят, мы теперь правосеки, а что у отца-то большая семья? Три зама, два зятя у генпрокурора, фискалы, столичная местная рать, таможня мечты и гаишников свора, еще СБУ и попробуй не дать. Сказал командир, мы за славу и волю стояли стеной в окаянные дни. Клади под кусты человечную долю, чужого не бросим, а наше верни. На правое дело я внес половину и долго смеялся в сосновую мгу. Не знаю, за что я люблю Украину, но жизнь положить за родную могу.